В 2013 году мы собрали команду креативных начинающих фитнес-тренеров и хореографов для того, чтобы организовать бесплатные занятия для пенсионеров и ветеранов. На данный момент у нас действует три направления – суставная гимнастика, народная и современная хореография. А ежемесячно нас посещает более 100 пенсионеров и ветеранов в возрасте от 50 до 85 лет. А мы также провели небольшой анализ и выяснили, что основными проблемами пенсионеров являются боли в спине, в шее, плечевых и тазобедренных суставов. А также мы выяснили, что большинство из пенсионеров не имеют правильных представлений о выполнении элементарных движений, таких как приседания, ходьба и подъемы рук, например. Вот. То есть движения выполняются неправильно, в связи с чем возникают проблемы со здоровьем. А также мы провели анкетирование и выяснили, что большинство пенсионеров знают о методе Пилатес и хотели бы им заниматься, но в связи с его стоимостью, да, занятия стоят очень дорого, они не имеют такой возможности. Имея в команде профессионала, который преподает данный метод, мы готовы организовать бесплатные занятия для пенсионеров. У нас есть возможность выделить для них, помимо коммерческой деятельности, бесплатные часы. Проект мы рассчитываем организовать в течение 5 месяцев. Вообще вид пилатес, да, это форма, которая давно уже работает, зарекомендовался в Европе, Россия начинает только развиваться. И вот мы бы хотели организовать наш проект для того, чтобы разнообразить, во-первых, бесплатные социальные услуги для пенсионеров, помочь им выполнять движения, как элементарные, так более сложные, безболезненно, повысить качество, уровень их вообще движений и, конечно, улучшить настроение, жизнь, сделать их более счастливыми. Спасибо.